Арена прикольная, и тарелочка нам досталась, прикольная машинка. Машинка, я в голову только не попал, этот мелкий. Мелкий, не стреляй сюда, да ты чё, блин? Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем разбивать головы в игре Drive Ahead. Ну что ж, отправляемся разбивать головы, в казино сегодня не пойдем. У нас время ограничено, потому что сегодня 28 февраля, и ежедневные задания, которые доступны на данный момент, они буквально через пару часов пропадут, поэтому нужно срочно-срочно их проходить. Итак, ребята, начнем с конца, я разблокировал тут несколько заданий, и первое задание у нас «Овцы против овцы». Победи трех врагов за 3 секунды. Чё за прикол такой? Ну не знаю, ребята, а я где? Где овцы-то? Я не понял, в чем прикол. Какие это тут динозавры, и я на рыбе. Это что-то непонятное, ребята. Ну ладно, первый уровень мы слили. Так, вот, иди сюда. Облачки как-то странно летают, непонятно у них шлейф и управление странное. Ох, смотрите, мы куда-то на небо полетели там. Так, один есть, ай, мы попали под луч. Да, ребята, что-то как-то не получается у меня... Где овцы-то, я не понимаю, что это за название такое странное, да что ж такое-то, ай, съел меня, ребята, откусил голову этот динозавр. Так, мы какой-то король скелетов, и против нас диплодок или кто он, динозавр с длинной шеей, да что ж такое-то, короной зацепились. Итак, ну что, опять рыбеха, а мы какая-то принцесса, смотрите, кучерявая. Так, ну что, одного противника замочили, что там, за 3 секунды троих, а что уже, больше времени прошло, я не понимаю, прикола, ребята. Да, как-то странно все вышло, мы выполнили это задание, потому что наши противники попали под луч. Ну что, ребята, следующее задание у нас Робо-Санта, победи вражеского предводителя. Интересненько. Так, а где вражеский предводитель-то? Тут какие-то вот эти гусеницы непонятные. Так, ну-ка, давай ехать туда, эх, смотрите, как свернулся, и в голову не получилось мне ударить у него. Какие-то эти водолазы, что ли? Ай, на голову прям упал, а? Ай, да. Где сатана-то этот? Или Санта? Кто он там? Так, мы на динозаврике, на синем, с длинной шеей. Ай-яй-яй-яй, на, вот первый получил, ребята. Так. Это, наверное, босс какой-то, и он будет, наверное... Надо кого-то победить сначала, потом босс будет. Эх, сейчас утонем, ребята. Ай-яй-яй-яй, противник наш помер, даже двое померло. И мы утонули вместе с ними, со всеми. Да. Так, ну что ж, как же мне тебя, червячок-то, победить? Ну-ка, эх, да что ж такое-то? Смотрите, ребята, колеса потерял. Так, один упал у нас, один колеса потерял, смотрите. Или это не колеса какие-то, ноги? Ноги, да, крестиком. Так, ну еще давайте мочканем вот этого. О, вот он, видать, этот Санта. Ай-яй-яй, какая-то гигантская перчатка летающая, а? Перевернула нашу странную машину. Так, мы на динозаврике, эх, укатились к акуле туда, все, нас там, видимо, схавала акула, или мы просто утопились. Так, ну что, мы опять на каком-то синем динозавре, этот у нас как, я не знаю, на спортивный мотоцикл похож, эх, мы застряли где-то, да что ж такое-то. Ребята, смотрите, Санта появился где-то там в нагромождении вот этих штук железных, и, короче, его прибило нафиг. Так, ребят, ну что ж, зима против зима, выживи в течение 25 секунд. И тут у нас, ребята, снеговичочек, на тебе! Так, не помню, как машина это называлась. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, отстань, рыбеха, какая-то пиранья, что ли? Ай, да что ж такое-то, снеговик штука неустойчивая, но, в принципе, вот в этом уровне он показал себя достойно. Ох ты, смотри, какой трактор еще. Есть, мы одного замочили, так, это у нас глайдер, иди отсюда. Даже толкать его не пришлось, так, и ты тоже катись давай, пушечный какой-то там. Ай-яй-яй-яй, мины, ребята, ну все. Ой, да, не получилось у нас еще 11 секунд выстоять. Так, ну эта штука, я не помню, даже не знаю, как она называется, какая-то снегопушка, ай, перевернулись. Что нам, ребята, 25 секунд же надо выстоять, а это какой-то снегоход, снегоцикл, не знаю, первый раз на такой машине играю. И мужичок на шапке, смотрите. Тоже не получилось у нас ничего, глайдер нам на голову наехал. А у нашего снеговика тут, смотрите, какая-то коробка, что ли, на голове. Че это за прикол такой? Ай, уронила меня эта амфибия об пол. Так, мужичок тут с елочкой новогодняя. Отстаньте от меня. Так, вот амфибия убилась, наш противник. Тут еще штука какая-то стреляющая. Даже две, отстаньте, вот они сами убиваются. Самоубиваются, да что ж такое-то, да отстаньте вы от меня. Эх, 6 секунд оставалось, ребята, до победы не получилось. Так, это у нас снегоцикл, насколько я помню, он назад не едет толком, блин.
Ай, да, глайдером получили в голову. Наш снеговик. Эх, а это что за коробочка? Какая-то коза на нем, что ли? Так, ай-яй-яй-яй-яй, сейчас вот эта штука на воздушной подушке. Ай, блин, мы попали под пилу. Хотел перепрыгнуть, эта коробочка. Так, а это у нас... Как же ты называешься-то? Снегоход, во! Нет, блин, какой-то йети на этом снегоходе у нас голову получил. Так, ну что ж, опять снеговик. Давайте из сальтушечки. Эх, перелетели. Рыба зубастая, на! На тебе, это на воздушной подушке какая-то штука непонятная. Эх, об надгробье ударились. 10 секунд всего выстояли, да? Ой, ребята, да что же, как-то что-то затянулся. Этот уровень, блин, в голову прям выстрелил, а? Ничего сделать не успел. Эй-яй-яй, финские санки, наш мужичок с ледышкой на голове. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да что за коробка, ребята, на голове у него? На тебе! Эх, нет, нет, ну что же? Что же, рыбина? Блин, хвостом своим заехала. Рыбина зубастая. Не, вот этот вот... Какой-то трактор, я не знаю, кто это, бульдозер, он прикольный. Есть, одному зарядили в голову, ребята. Но у нас задание не бить головы, а выстоять 25 секунд. Ай, иди сюда. Иди сюда. Что ж такое-то? Отстаньте от меня. Отстаньте от меня, блин. Ай, вот не перевернуться бы, не перевернуться бы. 4, ай. 21 секунду выстояли, еще 4 секунды оставалось, ребята. Вот-вот, это какой-то у нас Санта нынче на оленях. Не помню, когда-то, по-моему, я давно играл такой машинкой. Но она, в принципе, прикольная, то есть здесь до нее до головы не доберешься, смотрите. Мы тут распихиваем всех. И вот сейчас в дыбы наши олени встанут, и на тебе! Эх, не получилось, клювастый глайдер. И вот-вот, под метеориты, главное не попасть. Есть, ребята, мы выполнили это задание. Да, вот этой повозкой, или кто она там, упряжка. Ну что ж, переходим к следующему заданию. Так, пришельцы против пришельцев. Выжив в течение 30 секунд. Вот это жесть. Ай-яй-яй-яй-яй, у нас малявка стреляющая. На мину наехали. Ай, все, покромсала. И опять я что, за малявку за эту играть буду, что ли? Да на тебе, первую тарелочку мочканули. Ай-яй-яй-яй-яй, перевернула, смотрите, а? Звездолетина с пучеглазиком. Да блин, я так не играю, дайте мне другую машину. Эй, да, маленький наш инопланетянин серенький самоубился. Вот эта машинка, в принципе, крутая, нам было главное его подцепить бы, я потолок куда-нибудь, потолок или куда, или чё? Так, ну-ка, наехал мне на голову пучеглазую мою зеленую, а? Тарелка трехногая. Вот, первый противник у нас самоубился. Ай-яй-яй, смотрите, как застряли, чуть головой не ударились, а потолок. Так-так-так, на тебе! Есть у нас один готов. Да-да-да, зелененький, отстань! Отстань от меня, отстань! Есть, ребята, смотрите, в принципе, тарелочка-то прикольная, главное голову не подставлять под колеса всякие. Эх, ну ладно, давайте, тарелочка еще. Минка-минка, ну-ка, ай, нет, не получилось. Так-так, ну-ка, давайте запрыгнем! Ох ты, смотрите, мы двоим сразу в голову зарядили своими тремя ногами. Мелкий, 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 ай, застрелил, а, гаденыш! Не представляю, как нам пройти вот это задание выполнить. Да что ж такое-то, смотрите, в голову мне заезжает и все. Так, ну опять вот мелким, не хочу играть мелким, не хочу, отстаньте от меня, давите уже меня. Все, вот, получил в голову. И мелким как-то неинтересно. Так, ну что ж, мы оба зеленые и оба на звездолетах. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что нам делать, что куда, зачем, почему? Ай-ай-ой, все. Ребята, смотрите, они самоубиваются пока что. Так-так, эх, чуть-чуть до не дотянулся до головы, а? 16 секунд получалось выстоять. Так, ну что ж, мы опять на тарелочке. На тарелочке, на тарелочке. Есть! Одному, смотрите, своему сородичу по машине заехали в голову. Одной из трех ног. Так-так-так-так. Звездолетики, ну-ка, давайте, зелененький, на! Зелененький получил. Эх, до этого, наверное, не дотянусь до головы, ребята, но ему такой же заехал. В принципе, машинка прикольная. Главное научиться ей управлять. А звездолет сейчас заедет мне. Да что ж такое перевернул, а? Ой, 27 секунд. 3 секунды оставалось, ребята. Эх, ребята, мы опять мелкие. Ну ладно, хоть против нас такой же мелкий. А, вот мы его застрелили, ребята. Смотрите, прикол. А может у нас на этой маленькой машинке получится выстоять, а? Может получится? Блин. Нет, трехногая тарелка в голову заехала, а? Ну что ж, мы на такой же трехногой тарелочке, эх, чуть-чуть не попали под мину, зато угодили. Точнее, головой об мину ударились и улетели куда-то. Так, опять трехногая тарелочка, ты в принципе прикольная, только не убейся.
не убейся. Есть. Ну блин, заехала звездолетина. Ой, да что ж такое-то. Так, это арена, смотрите, с пилами. Мы двоих замочили, ребята. Этот бы не заехал на нас, а он может вполне себе, пучеглазик. Так, пучеглазик, я царь горы, на тебе. Ай, перевернулись, ребята, да что ж такое-то, а. Да-да-да-да-да-да-да, смотрите, как мы сверху мы тут этих самых сальтушечек. И вот эти мелкие, в принципе, они нормально, их можно убить, давай, наехай на меня, врежься, да. Да-да-да, ребята, вот, в принципе, арена прикольная, и тарелочка нам досталась, прикольная машинка, их в голову только не попал, этот мелкий, не стреляй сюда, да ты чё, блин. Ё-моё, одна секунда оставалась, а мелкий наехал на меня. Так, ребята, опять я мелким... Эх, вообще ничего делать не успел. Замочили нас сходу прям. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, сколько мы уже играем этим уровнем. Вот это вот, в принципе, арена прикольная. Ай-ай, давай, ехай по пилу. Ехай. Вот, ребята, мы одного столкнули. Пучеглазик, давай тоже под пилу. Через голову перекинули, крутяк, ребята. Так, давай, отстань. Блин, дотянулась, а. Дотянулась до меня звездолетина вот эта острая. Вот, мы сейчас на таком же звездолете, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мы подперли лифт, короче, и головой ударились в стену. Ну что ж, ребята, пучий глазик на трехногой тарелке. Может, мы здесь постоим? Так, вот один самоубился. Ну-ка, вот этого зелененького тоже на. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ох ты, смотрите, как наехал. Сам на нас наехал. Так, ну что, нам бы сейчас этого чужого бы! Чужого, да блин, колесом своим заехал. 16 секунд, 30 секунд, ребята, я не представляю, как здесь. Смотрите, мы вот заехали туда. Есть, одного мочканули. Так, вот сейчас будем бодаться, у кого выше пушка окажется, тот и прав. Ай, да что ж такое-то, сейчас застрелит меня, или может не застрелит. Ох ты, смотрите, уехали мы от этой машины наконец-то. У нас тут пилы сверху поехали, ай, давай, эй. Куда вы пилы делись-то? Ехайте назад, я вам тут вон привез этих. 3 секунды осталось, ребята, 2 секунды осталось, 1, ребята. Да, мы выполнили это задание, наконец-то. Сколько времени я бодался с этими инопланетянами. Ну что ж, следующее задание. Армия против армии, выиграй. Так, против нас какой-то робот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот эти вот мясорубки, я что-то давно их не встречал. Да, армия против армии. Ну что ж. Что нам делать? Вот первый противник наш улетел. Есть 1-1 счет у нас. Счет 1-1. Так, танчик. Ну что, против нас вот эти роботы будут? Шестирукие, шестиколесые, на! Каску тебе. Так, счет 2-1, ребята. Да, по-моему... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, упал! Я думал, на тарелочку ударится, а? Он отпружинил. Так, что мы будем делать? Проехал, смотрите, на тебе! Дулом затолкали или стрельнули, я так и не понял. У нас какой-то чувачок на стреляющем мотоцикле. Ну-ка, сальтушечка, и стрельнем в голову. Эх, не получилось. Давай. Заехал своей рукой, ногой. Ой, а так хорошо все шло, вроде я... Мне казалось, что я могу его подстрелить, сальтушечка. Да, смотрите, счет 4-3. Что, ребята, счет 4-3, мы не должны проиграть. Так, вот танчик, ну-ка, стреляй, блин. Да что ж такое-то, об тарелочку ударились, а? Ой, вот стрельнул бы он, мы бы его мочканули, наверное. Так, вот этот чувачок, наш пассажир, подтолкнем его, да, ребята, крутяк, мы прошли это задание. Фу, еще бы один раз проиграли, и пришлось бы все сначала звезды набирать. И следующее задание у нас, байки против байки, выиграй. Ой, ребята, а при чем тут байки-то, я не понял, наш соперник на этой повозке Санта-Клаусной, короче. И мы-то на мотоцикле, это понятно, а он-то на повозке, да что ж такое-то, блин, головами ударились, вроде ничья должна быть, почему я проиграл-то, а? Так, у нас тут какая-то снежная пушка, снеговая пушка, ай-яй-яй-яй, перевернула. Так, что же нам делать, вот эта машинка, в принципе, да как до головы-то дотянуться, блин, опять мы проиграли, 3-0. Сухую проигрываем, ё-моё, это какой-то трицикл, давай в голову, да что ж такое-то, ребята. Не смогли никак дотянуться до головы мы, до Санта-Клаусовской, ну-ка, так. И так, не получилось, сальтушечка, не до сальтушечка, да что ж такое-то, эти еще летают, как они, фейерверки. Ну-ка, ехай сюда, да, Дед Мороз или кто ты, Санта-Клаус, дай мне голову свою, не получается, ребята. Эх, вода поднимается. Ну-ка, может он утонет, давай утони, есть. Или он утонул, или мы в голову ему заехали, я так и не понял, ай, снегоцикл назад не едущий, получил в голову, а, снеговик. Счет 1-4, ребята, это плохо, блин. Получили пингвином в голову.
Ух ты, ребята, смотрите, какой у нас мотоцикл. Давай, давай, сальтушечку. Эх, и смотрите, как так-то, а? В воздухе в голову получили. Вот же, блин, Дед Мороз этот, Санта-Клаус. Так, у нас снегопушка. Эх, эх, стреляй. Стреляй, блин, а. Перевернул. Я-то думал, мы застрелим его сейчас снежком. Так, у нас какой-то мотоцикл непонятный. Ну-ка, ну-ка, проедем. Ай, блин, не успели. Так, ребята, мы фараон на мотоцикле. Эх, чуть не перевернулись. Отстань от меня. Бодаемся с оленями, смотрите, ребята. Так, ну-ка, сальтушечку. Эх, смотрите, получил наш Санта-Клаус в голову фейерверком, да, как я понимаю. Так, у нас пушечка опять снежная. Ну-ка, стреляй. Эх, нет, не получилось стрелять, но мы по голове ему зарядили как надо. Так, это у нас трицикл какой-то, ну-ка. Ну-ка, 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 есть. Задним колесом заехали, даже двумя, наверное. Так, ну что, счет 3-3 мы сравняли. Эх, снегоцикл, он назад не едет, я забыл. Так, сальтушку назад, наверное, не получится у нас сделать. Ну, давайте попробуем. Ой-ой-ой-ой, эх, чуть-чуть же нам оставалось-то, а? Ну-ка, давайте вперед теперь, смотрите, как вперед, зато он несется. Вот так же бы ездил он назад, было бы круто, мы не успели отъехать. Так, у нас принцесска на мотоцикле с пилой. Иди сюда, иди сюда, ну-ка, ну-ка. Да что ж такое-то, дедушка ты, блин, Санта-Клаус, на тебе, запилились мы ему в голову. Счет 4-4, ребята, блин, не надо мне проигрывать, вот сейчас вот надо выиграть мне, да что ж такое-то, перевернулись мы на мотоцикле. Так, у нас тут пингвины с неба падают. Что же, как же, ну-ка, ну-ка. Ух ты, опять фейерверком в голову получил, да? Ладно, 1-0, это уже крутое начало, ребята, надеюсь, дальше все пойдет еще лучше. Ух ты, снегоцикл, мы заехали ему в голову как, а? Счет 2-0, ребята, это крутяк. А у нас тут клоун какой-то на мотоцикле, ну-ка, ну-ка, давай, 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 давай. Да что ж такое-то, не смогли заехать. Мотоцикл, в принципе, быстрый, сальтушечка, их не получилось. Так, куда нам, вперед только, тут пингвин, блин, пингвин, отстань от меня. Внезапная смерть, сейчас у нас что-нибудь посыпется, а нет, пилы. Ничего не посыпется, а сальтушечку сделать на! Смотрите, как мы ему задним колесом заехали в голову. Крутяк, 3-0, ребята, вот это счет, мы должны выиграть-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, снегоцикл опять, снега, ай, перевернул, а? Опять у нас снегоцикл, ну-ка давай, утка какая-то, или птеродактиль, я не знаю, кто у нас. Голова чья у нас, нынче, ай, получили мы в голову колесом, а? Так, ребята, у нас снежная пушка или снеговая пушка. Ай, да что ж такое-то? То ли ракетница к нам в голову прилетела, то ли оленем получили мы, я так и не понял. Так, у нас стреляющий мотоцикл. Ну-ка, давай, давай, стреляй, стреляй, блин. Сальтушечка, стреляй! Да что ж такое-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Сальтушечка, еще одна. Давай, давай, не что ж такое-то, немножко мы пролетели. Мы вели здесь, ребята, 3-0, а сейчас мы проигрываем еще раз. Ай, пингвинам, блин, в голову заехало, а? Что-то, ребята, затянулся у нас вот этот поединок. Эх, смотрите, как мы с первого раза заехали. 1-0, ребята, счет, это крутяк, мы ведем, ай, давай! Эх, ничья, головами ударились. Ай, ничья, сейчас мы впилимся в голову вот этому Деду Морозу, да! Смотрите, 2-0, ребята, круто! Пока что круто, эх, под колесо бы не попасть, не попасть бы под колесо, да, вот я накаркал сам себе, а. Ну что ж, мы опять на мотоцикле, но он не стреляющий, ну-ка, есть, ребята, 3-1 счет. Это круто, вот опять у меня появляется надежда, вот этот мотоцикл мне не нравится, да что ж такое-то, он сильно резкий, им управлять вообще просто жесть. Ой, да, ну что ж, давай, Фрэнки, Фрэнки, давай, давай, есть, ребята, круто, мы ведем прям вообще, отличный у нас получается поединок этот. Так, ну-ка, клоун, клоун, блин, смешно тебе в голову-то получить. Так, ребята, смотри, какой у нас мотоцикл с гибким колесом передним, ну-ка, ну-ка, эх, промазали, ребята, перелетели чуток. Ну-ка, давайте сальтушечку в другую сторону. Эх, ну-ка, так попробуем заехать, да что ж такое-то, перевернулись, а? Ребята, счет 4-4, ё-моё, все было так круто, нет, я же, блин, налажал. Ребята, наконец-то мы выиграли, мы прошли это задание. Ой, ну что ж, отправляемся на следующее задание. Царь Львов, выживи в течение 15 секунд. Итак, ребята, смотрите, вот эти животные, которые, машинки, точнее, которые похожи не на львов, а фиг пойми на кого, какие-то, по-моему, так это бараны. Бульдоги, я не знаю, слоны, да что ж такое, получили в голову сразу, а? 11 секунд получилось у нас выстоять. Ну-ка, давай, давайте забодаем всех этих барашков.
барашков. Иди отсюда! Иди отсюда! Ай-яй-яй-яй-яй! Чуть на голову никто-то на нас не упал. Смотрите, какая каша! Это какая-то каша, блин, миной получили в голову, а сверху упала. Так, ребята, вот эта арена, она прикольная, на мой взгляд. Сейчас мы будем всех отсюда выгонять, отстаньте от меня. Я здесь живу, не знаю. Ай, перевернули, а? Ну и гаденыши. Так, ребята, ну что ж, мы опять на этой арене, это круто. На, первый получил, ребята. Так, там они самоубиваются потихоньку. Сюда просто надо никого не пускать. И все, мы тут сами обитаем в этом углу. Отстаньте! Отстаньте, а их мины куда-то мы улетели за борт, но при этом мы выполнили задание, успели. Фу, да, с этими бульдогами подались. Так, ну что ж, у нас следующее задание под названием «На девятом небе». Так, ребята, ну что ж, смотрите, тут вон облачки, облачки, эх, они летающие. Смотрите, как мы подтолкнули чувачка в потолок, ударился головой. Так, давайте еще разок повторим, эх, нет, смотрите, теперь он меня головой ударил, а? Облачка, по-моему, раньше они не так летали. Они, по-моему, по-другому ездили немножко. Так, вот мы столкнули нашего чувачка. Эх, смотрите. Смотрите, мы не падаем, но все-таки спуститься нам придется рано или поздно. Так, тут у нас что там сверху что-то? Да, наш противник сам ударился головой, самоубился. Так, что же с тобой сделать-то? Эх, немножко перелетели, ребята. Управление этими облачками вообще какое-то странное, вообще непонятное. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка! Есть! Заехали в голову! 3-1, ребята, счет! Это крутяк! Так, а здесь мы в каком-то шаре и сразу получили в голову. Король обезьян, по-моему... А, на тебе! От короля обезьян получил бубен. Так, ну что ж, давай-давай-давай, а потолок опять ударься! Эх, нет, не получилось, ребята! Да что ж такое-то получили в голову, а? Неуправляемые облачка! Так-так-так-так, есть! Дободался, да? Самоубился об нас, ребята, крутяк. Ну что ж, ребята, мы сегодня прошли, по-моему, аж 8 заданий, насколько я успел посчитать. И на сегодня это все. С вами был Мобик, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. До новых встреч, пока-пока.